Очередное возгорание произошло накануне на улице Куйбышева. Здесь, по сообщению вызывавших, загорелся частный гараж, в котором находилась автомашина. На тушение пожара выехали 2 единицы спецтехники и 14 бойцов противопожарной службы. По прибытию пожарные установили, что огнем охвачен гараж площадью 30 квадратных метров. В нем находились вещи владельца гаража и автомашина «Opel Vectra», которые выгорели дотла. Пламя пожарные затушили в течение 30 минут. В происшествии пострадал хозяин, пытавшийся тушить огонь до прибытия пожарных. Он получил ожоги рук. Ему на месте была оказана первая медицинская помощь. В республике готовится оперативное мероприятие «Браконьер-2014». Оно пройдет с 9 по 19 октября. В ходе операции будут задействованы сотрудники природоохранной инспекции, а также инспекторы по охране рыбного и лесного хозяйства. Специалисты контролирующих органов будут выявлять людей, ведущих незаконный промысел. Инспекторы предупреждают, что за факты браконьерства виновные будут привлечены к уголовному наказанию и крупному денежному штрафу. ДТП с пострадавшими зарегистрировано накануне в микрорайоне Курсай. Здесь на одной из строительных площадок перевернулся трактор. Машина была задействована в прокладке газопровода. Уже возвращаясь с работы, водитель не справился с управлением тяжелой машины, въезжая на горку, и перевернулся. К счастью, он серьезно не пострадал, получив небольшие ушибы. Мужчине была оказана первая медицинская помощь. Я сам не понял, как все произошло. Ехал прямо, потом вдруг все перевернулось, а когда пришел в себя, трактор уже лежал внизу. Я ушиб живот и грудную клетку. Недалеко от места падения трактора работали люди, но они успели покинуть опасное место. Как говорят местные жители, дорога, по которой ехала машина, существует давно, и ездят по ней они осторожно. Как предполагают горожане, грунт просел вследствие последнего дождя, и тяжелая машина перевернулась. Как на самом деле произошло ДТП, сейчас выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции.